Всем привет, ребята! Сегодня я хочу показать хороший способ, как прокачать тормоза самому. И обычный способ, конечно. Вот сейчас я поменял трубки новые все в Форде. У них проблема, конечно, такая. Все гниет, старая машина. Вот сейчас мне надо прокачать. Тут АБС-а нету, конечно. Так, что я делаю? Сейчас я сосок открыл, чтобы уже открыто было. Вот. Все. Потом одеваю этот шланг. Но она, собственно говоря, у меня туго идет, он туда заходит. Но все равно даже это, видите, не залазит. Но он туго идет вроде бы, шланг. То я не буду его зажимать на хомут здесь. Пускай он сидит здесь. Потом я беру вот такую штучку. Вот. Снимаю его и ставлю сюда. Вот так. Так. И будем качать на самую высокую точку. Ставим. Вот сюда. Прямо. И будем качать, пока не пойдет. Если не пойдет, значит воздух там. Вот видите, по шлангу. Видите? Грязный какой вылазит. Еще раз нажми. Нажал, да? Давай, отпусти резко. Опа. Видите, хорошо. А еще раз нажми. Отпусти резко. Оп. Все. Суппорт работает хорошо. Прокачано хорошо. Так, сейчас пойдем на ту сторону, проверим. Все, ребята, вот видите, прокачал я систему. Сам один. Без никаких проблем. Никого не вызывал. Вот сейчас я покажу вам. Видите? Вот так он должен идти. Когда без воздуха. А когда с воздухом, вот так будет плевать. Вот так, плевать мне. Чтобы вы это знали. Все, ребят. Всем пока. У кого какие там вопросы, там, пишите комментарии. Это хороший способ, конечно, тоже. Честно говоря, самому можно это быстро прокачать. Да и все. Только высокую там точку сделать и вперед. Все, я закончил эту работу. Все, удачи вам всем, автолюбителям.